вот сейчас и говорю. Вася точно. Да ты ничего не проси. Точно. А мы соглашались. Так, спрашивайте, что они хотят вообще? Они в доумении? Да, куда вы, хлопцы, оделись, собрались? Подожди, добрый молодцы. Да, добрый молодцы наш. Куда что вы хотите? Что они хотят? Нет, меня уже допекли. Деньги мне. Деньги. Я не понял, нет. Фас! Кто с нами чапает? Нина Михайловна. Кто с вами чапает? Да, ты куда собрался? Ну, а я еще не иду, что ли, никуда? Я здесь без участия, что ли? Нет, Михаил. Не, а вообще куда ты собрался? Ну, вот, отправить на бабушку. Так, гадите, подошли, принес. Вы не положь, сказала. Морда поганая. Замахали, да, Игорь? Человек не успел. Ну, видишь, больной пришел, даже не похмелился, ничего. Да, держи, а то у меня не получается. Коньяк пьем золотистый. Мелушку пьют, мелушку, чтобы я сейчас покажу такое. Осенний. Не, это мы не это пьем. Мы пьем. Ну-ка засними. Вот пьют, что наши мамы. Да. Во какой пьем, вот. Шампанское. Я в магазин захожу сюда, там это толстачок. Продавщица. Продавщица. Ну что за тебя вчера повестировали? Да, его с братом. Она прям их встречает в улыбке. Она их очень хорошо знает. Хорошие клиенты такие. Да, такие клиенты. Она уже знает, что они будут брать. Но я же любимая вино. Она хоть на то, что ее, наверное, не брали у них. Так хоть, наверное, ящика два, если перезавезли, все выпили. Нет, если будет день, я поешь в руки, в руки взял. Ну, сейчас вот не жалей пойдет. Сейчас чисто помягче. Да, какая водка. Ее тоже сейчас она будет с ним изжогом учить. Болтать. Ой. Да. Каждый день встречаешь, денег снимай, да? А осенний осада хорошо пошла. Так, ну куда все разбежали? Ну что, может, дохнуть вам? Так, что я снимаю? Короче, пошли за пивом, купили там покрепче. Покрепче. Аккуратно все замаскировали. Ну, мы не знаем, что ты снимаешь. Купили ему сигарет. Ну приму. Еще Мальборо. Ну, Мальборо. Денег нету. Завтра мне Мальборо говорит. Бакс поменяем. Я тоже тебе дам. Да кто ж тебя спросит еще? Бакс будет менять, буду я менять. Какая третья, что? Я обосрёшься, Мальборо. Да, конечно. Тогда что трезвый-то будет? В каком году? Мальборо. Ну что убежали-то? Сюда иди, Юля. Ну, Кристина, смотри сюда. Давно пора, а тоже уши болят. Надо горло попить. Да, да. Попить только. Давай. Что? Перфорировали. Там еще цеху торчит, много раз пораньше. Так да, тут там этот урод приехал в цех, а дорог все звонил. И на 4 часа надо поехать на идея. Ну, там дождеры. Ну что, запил, давай сбегай. Какое пиво, это уже поддать. Ну да, подернулось, что совсем. С собой не подкладки ничего не взяли. Не подошли голову. Да. Ну что это? Давай, запил. Я бы его выпил. У нас не было с собой баклажки, чтобы побольше взять.
Серьезно? Да, вообще трезвый. В обморок падаете, только Шумаш. Говорили. Потом вытрешь. Это у Варик стоял в стороне немножко. Ну, мне полетел. Может, не, ну а на фестиваль звонил уже. Поставите дверь? Поставили. Вон ее поставили и проем прощелкали. То ли я там им неправильно дал. Ну, в общем, говорит, что свачки перекупили. Ну, давайте поплашем. Нам пришлось кирпичиком 5 сантиметров сбоку. Да сейчас вам. Кристина, иди сюда. Кристина, смотри, Бинка пускает. Смотри, Бинка играет с ним. Сейчас, Бим, я тебе сейчас огружу. Стенка глаза закрывает, ну пасть. Нельзя! Бим, я тебе оскалюсь, папа. Выкину в окошко. Может, свет включишь? Не надо, не надо, камера так снимет. Надо дает дополнительно. Нельзя, Кристина. Шо вон? Бимчик, иди сюда, Бим. Боится, это обиженный, боится. А на взрослого не крыса. Эти собаки определяют наличие вредных насекомых и могут обнаружить местонахождение термитов на процент вероятности такого контроля почти 100%, в то время как безопасности могут определить участки пораженные насекомыми только с вероятностью 20%. Обычно жал, ты не знаю, ну давай что-нибудь скажи. Бабушке Вале воздушный поцелуй, племяннице Вике воздушный поцелуй и дедушке привет большой, Аркаше. А, и всем родственникам. Ай, Галке, Серёге, и так, и т.д. и б.д. и тому все. Дима, ой, пошлите. Мина, пошли, пошли, вообще пошли, пошли. А, что дома? Ну, мне... Да я ничего не думаю, я вообще говорю, что это сам друг не будет. А, видишь, шампанское себе считай. На шоколадку. Сейчас мы совершенно в карикать сидим. 20:30. Че 20:30? Беги к Диме. Эх, кто ж тебе дипломат доверил, а? Угу. Там на камере все сейчас записывается. Ну да, что это, Вася? Первый раз, да? Первый раз в жизни взялся. Труха это. Половина уже куда-то улетела, Игорь. Какая труха? Ну... Шурик!
берешь? Паш, ты сними меня. Паш. Тебя с дерева снять или на камеру? Ну, там парк ходили. Да, вот там снимали, знаешь сколько? Ну, целый кассет, 120 минут. Он сейчас у меня закончится. Ну, мы с собой взяли еще кассет, на всякий случай. Ну, Сережку заснимем. Это у меня не шуру снимаю. По команде. Снимаешь, да? Да. Вот только нажал. Ну, а что ты там снимаешь, когда пахали? Какое ж кино. Давай, чего будем ремонтировать, трактор, что ли? Ну, я лучше пиво пить. Да, он пиво специально ж принесли. Ну, я к мотору поставил. Давай, бак наливать. Механик. И думает, поедет, да? Давай, давай, давай. Я бензин буду. Один американец заткнул за тот палец. И думает, что он заводит потихоньку. А ты бензин уже... Папа. В каком смысле? Не слезешь сама или на пленку? Дядя на пленку Вадик. Тебе снимать, дядя Вадик. Чего? На кинокамеру. Дядя Вадик. О. Чего, чего, Юль? А расскажи еще, дядя Шура. Что? Расскажи еще раз анекдот. Один американец? Да. Один американец засунул палец... Жопу палец. Один американец жопу палец засунул. Все, сразу вспоминаю. Дай букварь будет учить неделю. Что, я? Это вы про кого говорите? Чушня? Юля, ну-ка слазь оттуда вы. Не хочу. Ну-ка слазь. А я с тобой по вашему делаю, блин. Иди, бумажки нужно прописать. Вот так. Меня, что ли? Да. Ты не ту банану уши запихаешь. Вам дам. Слазь. Юша, слазь, ну-ка быстренько. Да я что я делаю, слепиндя? Вот когда бы яблоня цвела, тогда бы снимать. Вот так. Да, а то сейчас. Да, и чтобы вот такие да, были яблони густые. Да, потом, да, когда яблоня расцветет, я к вам приеду и буду яблоки. Вот. Юля, а у нас там, сука, в доме яблоко такое, белое налево такое будет. Да. А где? А вот здесь, вот рядышком в доме. Они уже растут? Конечно. Уже выросли. Ну не веришь. Ну прежде узнаешь. Это ехать нужно? Конечно, а как же? Это идти нужно. Идти пешком не пойдешь. Чего? Она в состав будет ехать. Чего? За яблоками. И не врубит. Можете сюда залезть? По широкому ряду попробуйте раз-два пройти. Вот, по той стороне. Да? Это некрасивые. Не рассуждайте. Давай, давай. Ну да, его. Закрыто, хотела их достать. Да не, конфеты делал. Ой, Юля. Я же когда-то пришла и начала рвать, она меня так отругала за эту сирень. Зачем ты рвешь ее? Да. Все по букету. Юля, знай. А, еще один. Ой, брательник. Ой, я так рада. Юлька, иди сюда. Ага, давай. Одеж это самое. Чух, расправь. Юля, зрела, голову оторвешь. Как лысно. Иди ко мне. Вся Москва вот едет, хватит. Надо хоть чуть-чуть выжить. Я поеду скоро. Валентина, ты помогала? Что ж ты себе веточку? Это же жарко происходит. На, собирай. Давай покрыли свои настроения и понимаю твои спокойные. Иди, Игорь, сними. А? Где? Сереж! Куда-то уже? Не хочет. А так вкуснее, кстати, если так разобраться. Кому надо, оторвут. Ты дураки, забыли. Не то, что вкуснее, а уже вообще ломают, они режут. Вадик, кажется, здоровье лучше стало тебе.
я еще пока не могу прийти. Сначала уже получишь, потом опять. По кругу пошла. Чего? Ну что, Игорь, раз по кругу пошла, булку хлеба ломать, давай ломай. Зайчка попозже, подойди, набери булку хлеба. Бери, бери. А что, куда? На, бери кусочек зайчка попозже моя. Может, пиво? Так. Вась, куда хлеб положить уже? Шури, слышишь? Куда хлеб положить, дядь? А что ты орёшь? А где Шурик? Господи, ну ладно, 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 ладно. Положил, все нормально, на место поставил. Дай-ка соленый. Соленый? А где ж моя зашли попозже курочка? Господи, она мать и хлеба. Вот. Пошла. Давай. 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 Раз, два, три, поехали. Поехали. Давай, Вась. Стой, дави. Ну что ж такое? Ну, Вась, ну ты брест. Да ну, я не сделал, не Вася. Я говорю, две, ставь. Мебель ломай. Вася, держись, табуретку. Она жесткая. Можно табуретку поставить. Табуретку. Давай, хорош. Убирайся, куда хочешь. Второй тайм, давай. Ломай поставил. Нет, две руки. Да нет. Нет, две руки. Ну не хочешь, человек. Я снимаю. Он колено уперся, понимаешь? Да. Вась, убери руку. Вась, не пронер. Давай, давай с тобой. Давай. Все пошло. Постой, поставляй же ему все. Надо все. Слышь, давай. Ну что поставляешь? Что, хвалерни сидит. Нет, нет. Стой, я выберу локоть на локоть. Давай. Что? Вася, куда ты лезешь, блядь? Куда ты лезешь, блядь? Это смотри! Иди, Вася, сюда. Вася, не ругай. Игорь, засними. Куда там говоришь? Так, тихо, так. Давай, сюда. Ты что, проиграть хочешь? Давай. Стой по бокалу пива. Не хочу такой. Давай. Он наконец проявился, и Наташка подоливает. Ой, господи, ну зови сейчас. Да нет, Наташка. Ну что, Валик, поехали! Валик, не поддавайся, Валик! Если хочешь, чтобы по-честному, локоть лоплю. А так я тебе сразу завалю. Локоть должен вот так вот стоять, лоплю. Давай, давай, я знаю. Да, Валик, не поддавайся. Да не буду. Давай, включил камеру. Да, да, да. Нам уже как было? Нет, Валик. Уже попьем. Что нет? Да что? Да Валик, ты сломаешь руку, ты же аккуратно. А, руку сломай. Конечно. Все! Я просто... Ой, сломай. Ну, на камеру мы сработали. Ну, мы знаем, как. Ну, давай, видите, как сделать, нахуй. Я просто... Ну, видите, как это сделаю. А когда мы полетим? Давай, давай, зарежу, потом все подойдем. Вася. Вот сюда. Вот сюда. Или у дома на потолку, или тут вот в старом доме. Наверное, там на потолке, на что на поколовке давать. Я сюда. Ну давайте, о! Вася, Вася. Чего сюда за веревку? Сас, веревку не надо, ты за ухо бери веревку. Да, наверное, на ходах ты. Сейчас, ну знаешь, как бить будет? Что там, не поймали? Вася, Вася, Вася. Вася, 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 Вася. Да, да, хуя. Не перехватил еще. Как, слышишь, дышит, как перехватил? Конечно, перехватил. Ну, не дорезал все равно.
они сидят. Миха, самый мягкий. Пугните его сюда, а то сейчас упадет, а будете тянуть. Мёрдо сразу упало всё. Грубое. Классное мясо какое-то, не грубое. Обычно кабана подрезать потом это. Что надо похватить? Лампу надо зажечь, уже ехать надо. Звук же снимаешь, не козыряйте. Тебя вчера говорили, полдня не козыряйте. Что не понял, воды надо идти. Кристинка, а? Конечно, конечно, воды. Вот ты. Тащи, тащи. Вот ты чего, убежал, да? Если я кому-нибудь руку порежу, я не давай? Если я кому-нибудь руку порежу, я не виноват. А кому ты руку можешь резать? Куда еще, Игорь, резать ему? Позвольте голову. Из уши воду вылить. Давай? Из уши воду вылить. По ухам такой, Галь. Ну, Кристина. А ну-ка давайте-ка мы с папкой обоих. Здесь солнце яркое как раз на нее. Вот так и стоял? Нет. Кристинка. Хлоп, дверь! Ну, Игорь, кто сними, там? Игорь. Снимай! Дядя, сам снимай, ты снимай. Его сейчас обользил! Нет! Ой, блядь, ёп, ой, ёп, заебал, блядь! Давай, кабала чистите, блядь! А теперь сверху на голову, вот это будет зачет! Кого? А, тебе, что ли, блядь? Кипятка! Не, кипяток не надо! На задницу, блядь, налил, блядь, тебе давай, хорошо, блядь. Холодный сам надо. Сам подавай здесь, блядь. Накрывай, нахуй не греешь. Тебе ж надо накрывать тряпками, а ты жопой греешь. Есть одной, блядь. Да у тебя там крови, там, вчера Вадик провел, у тебя и кровинки во лбу нету, так раз, блядь. Я что, виноват уж мне в этом? У меня, знаешь, кровь уже заходит, нахуй. А твои кровь, блядь, нахуй. У тебя спирт там ходит. Конечно, а как же можно? Нихуя себе кровь нашел. А да? Ты, блядь, куда жилу ебани одну. Давай, блядь. Пойдешь нахуй? Машина есть, блядь? Что, охуярить нахуй? А, вон вторую свинью зарежем, попьете. Подожди. Попьете, а вот, выпусти меня. А вам за машину? Ну что, будем резать нахуй, нет? Да не, как-нибудь пойдешь, там. Пойдешь нахуй, бензин пожрете нахуй. Вот так, Саня, возьму нахуй. Ток. Приходи. Ну, землянка, ёпта, хули делать, блядь. Не же, блядь, зарядить, блядь. Ебаный свет, блядь, блядь. Пойдем, я тебя к маме лицо, пойдем. Это две штуки. Игорь. Игорь, лепесток на камеру плохо открылся. Открой, дальше. Все, подожди. За... Что, опять живот начинает болеть. Рыба выпить. Что говорит? Треба, ну, да, при... ну, в старую приедем там сам за. Блин, Нинка, что совет? Треба выпить. Ну, ну блядь, сейчас выпью тут ёбану. Да, выпью. Это цветёк там. Ты, Василий Михайлович, там не встречал нигде. Кого? Василька. Нигде, да, с хаты. А, так, наверное, пришёл.
Нет, не может сходить никакого. Да его где села, сколько дает. Ну, зачем какой-то нож шурит? Да и вон он острый нож, вон он белый. Да, на три вместе, блядь. Острый. Это машинка тоже. Не пробовал, то есть. На то не пробовал? Конечно, уже и да. Да его только там на машинке, так что он только новый, да. На что? Давай, давай. Иди холодильник висеть. Не знаю. Не, ну-ка иди с этой стороны, поддерживай. Кристинка? Вот это вот. А, Кристинка. Ну да. А что это у нас? Дома пока холодится теперь. Я как с этим лазаю. Снимай, снимай. Пожалуйста. Потом будет что вспомнить, да? Видишь, поросенка режем. Это же тысячелетие. Будем за травом питаться. Так, вот туда в ванну подзад. Это, Вадик, туда в ванну поставь подзад. Вот ты, да. Зачем воды сразу налить? Кто, блядь, учил-то? Вот это же взяли, налили. Вот в эту ванну налили. Вот это большое. Давай. Жир. Да какой там жир? Так. Не боком. Вот. Предлагал похмелиться, потому что... Подожди, сейчас заделаем. Да. Сейчас печенку сразу сделаем. Да, это, серьезно. Все лучше вырезать. Олени зима большая будет. А я понимаю, блин. Ну, а я понимаю, что лето жаркое или не жаркое, тоже. Ты видел картошку, смотрел, ходил? Твою смотрел. И свою смотрел. Ты что, спал, я коровок выгнал, пошел глядеть. Может, там, я не знаю, не спал. Тарахтело, весь так железная были. Ну, линии были, блин, мороз был, я говорю. Он, я ж там зашел просто. У соседей там пошел. На свой город зашел, мими. Не за то, что он красивый, а что у нас бык рыжий на ферме был, и за рыжий. У вас, блядь, если таких быков взять, со столько. Кто-то шанож, тебе говорят, что надо вести себе культурно. Эх, отбивная какая хорошая будет, сладенькая. Какая у нас же отбивные делать? Да что ты, я вот вырезал, он тут вырезал прям. Отбив. Как у вас вкусно, хорошо. Сейчас мы из зеленого борща выльем. Да, ну-ка давай, Борщ. Принести, что ли? Да, нести ее, выльем. Она же, наверное, будет холодная. Да? Ей сейчас сочного надо, потому что я поросяты наливал. Им ты лан, лан, говорит. Надоели ваши мутики. Нет, сиди у ну, куда там? Неужели не все положить? Ты можешь отправить, как висит пополам. Она соскочет, блядь, и будет сейчас... На руках не соскакивай. Сердце там. Давай, иди разрежь. Потом будем машину разрежь. Не, надо это. Ее давно гладим там поколуют. Ого, кабан 2 часа с разрезанным сердцем жил. И что, в живом кабане сердце разрезал, он 2 часа ходил. Я уйду пока. А что? Она на руки просится. Сейчас ничего не отделяй. У воду попкай и пускай лежит. Я только хотела глянуть. Селезенка вот. Так кишки потом, вы давайте со свиньей чем-то. Как эту сетку грянуть? Много ли так жир? Зима длинная будет. Не разу ты кусочек. Молодец. Ну как ты ходил за ним? Иди, иди вешалка эта. Пусть из холодильника. Вот тут лежал, только беда уже, блядь, на мне. Круг большой. Наташа, иди там к Михату, там на гнели, на телевизоре лежит брусок. Только такой сильной лапки не бери. Ну неси, какого уж кляпай. Собаку какую спустили. Нихера не понимаешь, а он себя шурик потом там глянул, где ваш Витик, ну, ну-ка, повтори свое возмущение. Вот холодец будет варить из них. Ну-ка забирайте кто. Наталья, неси первую ногу.
колхозница. Иди, это колхозница, на, вари, это, что ли, будешь, это кастрюля мой. Куда вы эта кастрюля, что ли? Давай это. Сейчас ноги поделим, ну, лодыжки. О, я же целиком, говорю, задница. Целиком, не передняя, сейчас целиком. При. Ага, некому. Некому, при сам. А можно хвост собачий? Не надо хвост собачий. Заберешь его. Собаки старые тут не кормили. Ага. Вон жир, дай ей. Юль, вон лежит. Кристинка. Кристиночка. Она уже курю любит. Это шкодница чертовая. Я бы накормила. Где второе-то? Убирай. Кто понес или спит? Кого? Окорок второго. Наталья у них спит. А он тут был. Я же говорю, его не, не было. Наташа унесла первый, и ты я второй понес. Что шучу, ты конечно. Это? Я прозираю, пока балакал там Наташка рецепт. Там мясо жарит, да? Да, да, он там что-то жарит. Не, ну мы привыкли, что жарит. Трудно этот процесс. Вот именно что трудно. Блять, на бойню 15 минут. Ты с ебаном тоже слепаешь. Бери. Уронни за знаком. Это винохроника. Ну-ка, Витек, еще свой казарный какой-нибудь. Шлепать, монолог. Шлепать или не шлепать? Давай. Подожди, подожди. Дай нам, сейчас прорежу. Сам отрежу, сам отнесу. Дальше, дальше. Бери. Дальше. Да нет, не так. Вот, ладышка, ладышка. Чтоб по суставу попал. Не-не-не-не, ну куда ты пошел? Ну, я там ни хера не понял. Дай ладышку вот взгладываю в чем. А можно куря есть, кишки? Тихо, гоняй, кишок. Лучше. Куры сюда боятся подходить, потому что их воруют каждый день. Вот она. Сустав, что ж ты не знаешь здесь суставы? Четыре раза. Задний не знаю, передний. Передний понимаю, потому что нет. Раз, все, висит. Все, так. Не, Саш, ты не так, подожди. Опять? Давай вот так вот прям сразу убери вот так вот. Раз, нахуй. Вот, а теперь... Ну, когда шкуру не будем снимать, я сразу кусаю. А я что, шкуру снимаю? Ты у вас, я глядел, снимаю, у вас шкуру. Когда? Поставила нас. Я шкуру снимаю. Не ты, это мать твоя с тебя и с Ольгой. Помогать ведь уже. Там мы пропьем 5 кг. Уже с ней шкуру снимать. Витёк, ебёнок, да? Не, он... Выражение просто не слышал характера. Барашка. Так, это, Юля, с барашкой тебя выпустить, попасёшь барашку? Что-то со свиньёй, что-то... Барашка интересно попасётся. А где бежит от нее барашка? Ну, сейчас она ей скучно. Давай выпустим. Да она не бежит на ту улицу барашка. Тогда будем ловить все бежать. Вы лучше травки, Юля, нарви барашка. Все, выбирайте. Так, это тоже. Вадик, не сыти, тяжело. Пошли. Еще мясо или что там? Блядь, затолкали вдруг. Отрезай. Ладно, все равно туда таскать. Туда снести все равно. Нехай рубает. Да, порубаем. Все, да, это, Иван. Ну, одного пошел тебе все уж. Ну все, короче, Игорь, бросай кинокамеру, кипи. Ну бежите все, скажи. Поле, давай. Так что улыбайся веселее, понял? Вот. А, так все. С Валиком сидишь тут. Двигается, да? Где? Папин брат, ты что? А, Юля, иди где. Кто их закрывает? Я говорю, палку возьми, я говорю. Цветами поздравляю. Да иди ты цветами ищи, блядь, с Машей сходишь совсем. Да нет, их побед, ну а как? Зачем вы дергиваешь? Девушке, хватит, подарим.
Ну, она и не придет. Иди, дедушку, поздравляй. А папа снимает, пойдем скорее, скорее. Сегодня день победы, давай, быстро, бежи. Ну-ка, давай, становись. Ну, давай, так, дедушку, поздравляй. Дедушку. Правильно, ура, с праздником, вот, дедушку Васю. Он воевал на войне, в Великую Отечественную войну. Да. Вот, папа нас снимает. Иди, Кристина, а чего, Вадик, подходите сюда. Я сейчас буду снимать. Гости к нам приехали, да, на машине. Давай, иди. Саня где? Саня дома, что там занятый. Помогали, сейчас уезжали, только сейчас ехали. Берюки-то. Когда ты ее женишь, а? Саня, Дима, вставай. Вставай. Давай, шампанское. На тебе. Ну-ка, покажи личико. Да. У кого больше, тот алкоголик. А? В остальных пустые. Маманька. Кто-то мясо простил больно. На первое. Мясо. Мне же не дали мясо. Вот, оно мясо наелся, кто-то хмелел. Ну, повернитесь. Да хуй там поворачивай. Что-то пробка там подозрительная. Какие способные хлопцы. Ну давай, костром займут. А ты на виду. Да, в принципе, что еще? Сюда спеши. Ну, если успею. Какие дела на фронте? Баби, хороший? Угу. Все в настроении? Зачем у нас ремесленные комары? Да из комаров нет. А это что летает? Они тем блохи какие-то. Угу. А мне уже думаешь плохо. Как они там? Ничего? Настрой хороший или? Не ругаются? Настрой-то хороший, ты говоришь, желтки жарите. Ну, так мы же пошли специально, чтобы костер разжечь. Ну да, они все время. Думаю, что здесь есть машина. Блин, ну да, здесь. Ликс. Уже все, мне принесли как-то с короной, они хохохают кого-то. Сынок.
Ну а чего, глянь, какой красный, красный отец. Папа, Миш, ты воспитывать будешь. Воспитывать, потому что я сладу никакого нет. Я только шел и говорю, будь читал. Шурик, куда жалость? Он только на меня ругаться будет. А Игорь, она говорит, интересно. Давай стаканчик, ты уже все припили? Да. Значит, берегись. Игорек, за тебя пьем. А что за? А за меня за что? Ты ж военный, у нас один тут вообще-то. Какой я военный? А в армии все служили. В армии все служили, какая разница? И Валик служил. Служил, и я служил. Ну. Я ВВО, я сапоги. А мы в ПВО. А Валик тоже в ПВО, да? Ну потом сейчас разъединили. А я у меня рады были. Взлетка поставила. Мы ставили первый в Советском Союзе комплекс против крылатых ракет. Ну, серьезно. А я эти полеты, вертолеты и самолеты. Ну, самолеты в основном. Ну, обслуга, знаете. Тогда по какой профессии? Я посадки. А ничего, вот, посадочки. В РСП? Я вообще на пятерке работал, а семерка, учение там, ну, мне повезло, я не попал. А ты водку не стала пить, да? Пусть, да. А Юля не дали. А что ж ты под носом шашлыки лежат? На. Юля, тут самых аж худеньких всегда обижают. Ты самая сусленькая девочка, и не достанешь. А вот тебя, иди, скажи. И музыкант, и спортсмен, и все на свете тут. А спортсмен по спорту? Шесть произведений, два забыла. А вы что, укроп как раз купили, что ли? Укроп. Петрушка есть, укроп забыли. Забыли, потому что ходили коллега с бананом. А сюда вышел? Самый любимый моей. И тут бананы. Валера, чем по бананам? Куда нашел, Валера? Да на турнир. Ну поел, потом пошел. Я говорю, оставайся сейчас, пойди. Да. Когда поест, нельзя подтягивать. Вчера подтягивать нельзя. Это, Юля, давайте вон налью вам с Надашей на тот край. Не надо. Давай, давай. Ну, не надо. Я думал, ты Кристина. Ну-ка, ну тебя было? Еще на центре стола не хватало. Кстати, нормально, сиди. Мама, налей на лимонаду, скорее. Ай, господи. Какой острый, это для вас. Ну, я попробую. Ну, что? А что, на кругу уже выпили бутылку? Что, жесткий, да? Передавали, передавали сейчас страшно с клещами. Да? Клещи какие-то. Клещи какие-то нехорошие. Москва передавала. Я это у нас спокойный лес, да. А здесь там. Успокоило. Кать. Так ничего, так у людей сходит с ума, да? Нашли 4 клеща. Ну как Нина говорит, мы и так уже сумасшедшие. Так что нас не возьмет. Куда дальше сходить, да? Ой, а у нас да не помнишь, детка, во сколько? Я еще налью. Где мы это находим? Давай, давай. Да я лично у тебя сколько отдирала. А с меня не знаю, она маленькая была. Маленькая. Да она сама как клещ. Пиялась так, что... Отдирать, знаете как? Маслом расширить. Да. Кать! Минут на 15, сразу не отбирать. Она у тебя вчера от куска мяса. Ага. От твоего. Отгрызла. Если осталось, то надо к хирургу сразу. Чтоб разрезал. Думаю, сейчас Шурик еще драться на хирургу. Я ему Шурик сказал, выбери Катьку сам полу. Давай, я смотрю тебе все. Так, чтобы масла побольше. Я уже отгрызла и съела, прям сырое. Да я же прям грызла в дороге. Ты не заметил, у нее кровь аж текла, когда приехали? Вампир. Так, Шурик, я попала на посадку картошкой. А мне показалось, что нет. Или вампирка, или кровь. Горькая. Вам
соус? Хорош. Чилиш. Чилиш называется. Хорош. Он же чилиш. Мы что насадили, на воду мало сыпали. На воду хватит сыпали. А еще ж поставьте. А, ну конечно. Ну, хватит там сыпали. Нет, а что? Вадик, давай водочку пусти. А, я думала, это для Вилька. Ну, Анна Михайловна. Потребляй водку. Мама, вот от этой водки, мам, вот от этой водки становится лучше. Отдай Вадику стопать. Да ладно, мы потом выпьем, мам. Какая разница. Ну, Игоря не хватит. Ты много с этого, ну... Я помню, у Игоря у базерки стопец был такой алюминиевый. И мелкий, и мелкий. Это я купила специальные. Как раз рассуждаем про водку. Игорь, тебе какой, тот стопец или этот? Все за вас, все за вас. Ну, как же. За нам, женщин красивых, а за вас, стариков. Ух. Юля. Это что ж, мы такие все старые, что ли? А как? Ян вообще для Михаила сынок. Юля, привет, что только женщины молодые, а мужчины у нас все старые. Дядя Миша будет крестным отцом крестить. А красный сынок будет крестным дочкой. Здравствуй, ну, я не против, как жена. А почему ты не видишь? Нет, давай покрестим, и Кристину покрестим, и Игоря покрестим. Там нет чего крестить. А что? А как? Ну я же не крест. А тебе же нельзя будет крестить. Солнышко, это же нормально. А может бутылку две в день? Ну, смотри, иностранцы, они все время пьют. У них это самый напиток. Ну, кто его знает, а вот я заметил, что так начал пить вообще. Вот это зима. Бери, она тебе возьмет, куда ты ее? Сейчас я посмотрю, что она возьмет, я заберу. Сейчас. Дядя Игорь фотографирует. Воды хочет. Вина была есть. Нет, водичка есть, она пить. Ее водичка туда налить. Где она, наверное, хочет? По машине ехали? Водичка поедет. Ну, в хорошей скорости, она даже с банки с пола. Давай, налей. Чайки, она хочет. Да спинь туда стакан, и не достанет. Чуть-чуть ей надо. Давай, налей тебе. Давай, налей стаканчик. Стаканчик. Надо помоги. Ну, выпил он, не выпил там немножко, там, стакан выпил. Вот, она, вино, вино. Караул, Тёма, спасибо, что угадывает. Да. Я ж не сильный. Значит, это пьяный? Да. Давай уже пьяный, сиди. Он ведь коньячит. Я сейчас еще подожди, мутиками свою покрою. Дима, а зашел, так весь не видно. Или с копилом. Поверни ее, Игорь. С копилом. Разве вон шарик? С копилом. А что, у нас тут с копилом не водится? Да. Вот я укусила, скорпион. Нину хочу перекурать. Да Нина не скорпион. Так как мы родители у мамки за баллонами. А вы кто? Нет. Кто ты похоронишь? Левица! Я вам форму перекушу всем! Сурик давно меня раскусил. Я вам всех. Лекаровка. Я же успел пишет привет. Колодец. Наташа, а ты кто? В огороде, да? Кто ты? Есть беги. Тихо. Ага. Тихо не наполнил. Да? А я Вадька трезвый. Ну как раз я и Вадьку норму соблюдаю. А что, я пьяный сижу? Трезвый, конечно. Нин. Наташ, да ты пьяный. И не меня сидишь. Если уж на то пошло. Не уменяемая Наташка. Наташка, я не говорю. Даже разговаривать не может. Ну да, сидит что-то молча. Молча, тоже не отсюда. Ну ладно, давайте. Дадим победу, что хоть узкая будет. Дощечка подстелила. Ну, значит, за наши дни костер не упадет. Попка большая, а дощечка узкая. Юля, не катайся. Снимает на камеру. Вы сейчас упадете в камин. Ты ж любишь камины строить. Сейчас проверишь, греет он или не греет. Я пойду не бежать. Спасибо. Чеснока, берет чеснок, калорий много. Молодой же чеснок, а этот зверь какой сидит под этой стороной. Это зверь не спрашивает. Чеснок покажите. А черный там? Не, чеснок тоже любимый, но от него сушняк. Юля, закушу, закушу, потом покажу. Потом. Он спит там. Да я его помню тоже. Я вообще не слушаю.
Это легче, а здесь-то там. Да что, Юля? Сашу мне пощипел, да. Я ж тебе не специально. Не по контуру, а по пришла. Там же там полускульптура. Микроба. Я микробой назвал. Мама, сыночек твой тебя микробой назвал. Сыночек? Это не я назвал, дед Шура. Не балась, не знаешь. Я не балась. Я просто так стою. А это у нее малярия или что? Упущила меня.